Когда открою детский сад? Этот вопрос для родителей малышей поселка Нарышкино сейчас под номером один. Недавно жители рассказали о проблеме Андрею Клычкову. Это здание полтора года назад было закрыто на капремонт. Для возвращения в детсадовский строй нужны средства. Ремонт идет уже полтора года. Вот сейчас завершился полностью внутренний. Но сад нужно наполнить и сделать благоустройство и фасад. Только сколько после этого можно открыть. Нужно? Порядка 20 миллионов рублей дополнительно. Давайте посмотрим просто, каким образом и где мы эти деньги найдем сейчас. Нужно поискать по программам, по всем, которые есть. Не могу сказать, что это будет сделано быстро, но действительно терять такую радость, которая есть в районе, ее точно нельзя. Спасибо большое. Как говорится, пошел работать. Спасибо, что обратили внимание на нашу проблему. Напомним, в минувший понедельник временно исполняющий обязанности губернатора дал поручение проблемный вопрос решить положительно. Просто недопустимо, когда сделать ремонт в детском саду и потом бросить его на полдороги. Со всеми департаментами необходимо с главой района мы обсуждать. 1 сентября мы должны детский сад открыть. За последние годы в Орловской области введено почти 6500 дополнительных детсадовских мест. Открыли 17 объектов. Эти и другие данные прозвучали на аппаратном совещании в администрации региона. Общая очередь на сегодняшний день на предоставление места в дошкольной образовательной организации составляет 10 856 человек. Это очередь от 2 месяцев до 7 лет. Из них 543 – это дети от 3 до 7 лет, с желаемой датой зачисления на 2018 год и позднее. Сокращение очереди в дошкольные учреждения у нас происходит главным образом за счет превышения проектной мощности детских садов, то есть за счет уплотнения. В 2017 году, например, создано 511 дополнительных мест за счет более эффективного использования имеющихся площадей. Но, мне кажется, для детей принцип «в тесноте, но не в обиде» он не подходит, и мы с вами должны искать иные формы обеспечения этих и показателей этого требования по нашей работе. Напомним, глава государства Владимир Путин поручил как можно быстрее ликвидировать детсадовские очереди в России. В ближайшие 2 года планируется создать более 326 тысяч новых мест в таких учреждениях. В Орловском регионе одним из выходов может стать открытие садов или дошкольных групп в домах-новостройках. В связи с тем, что до 2020 года в любом случае нам необходимо обеспечить 100% доступность дошкольного образования, также можно рассмотреть возможность при строительстве многоквартирных домов, чтобы на первых этажах предусматривались помещения для размещения дошкольных организаций. То ли муниципальное образование с рассрочкой могут выкупить потом эти помещения, то ли использовать частные предприниматели. Но в любом случае, я думаю, что нужно организовать взаимодействие и рассмотреть решение и этого вопроса, потому что только в железнодорожном районе города Орла земельных участков под строительство детских садов у нас нет, а вот в строящихся зданиях на первых этажах мы можем вполне разместить дошкольное образовательное учреждение. Вопрос сложный и требует детальной проработки, сказал Андрей Клычков. Здесь мы тоже не должны так раздавать всем возможность заниматься и присмотром за детьми, и дошкольным воспитанием. То есть это все-таки должна быть выверенная система, при которой мы не имеем права никогда совершить ошибку. Чтобы мы предоставляли услуги для содержания наших детей, обеспечения присмотра за нашими детьми дошкольного возраста людям, которые по определению не имеют права этим заниматься. Поэтому тоже важное направление, и нужно его учитывать. Еще одно поручение Андрея Клычкова касается центра психолога, медика, социального сопровождения Покровского района. В адрес временно исполняющего обязанности губернатора поступают обращения людей, которые просят сохранить это учреждение. Мы можем на совещаниях красиво докладывать о том, что мы ведем эту работу, у нас инклюзивное образование есть. Это все замечательно, мало кто знает, что такое инклюзивное образование, главное, попробовать его не могут. Поэтому я все-таки считаю, что наши слова не должны расходиться с делами. Комиссию организуйте вместе с главой района, смотрите, какие проблемы. Если помещение непригодно или, скажем так, является обременительным чересчур для района, подыскивайте варианты. Потому что возить детей и что в Орел, что в Ливны, я понимаю, что это невозможно. Завтра я выйду на место и вам доложу. Сегодня доложу, а завтра выйду на место. Держите на контроле. Наталья Пехтерева, Андрей Борискин, телеканал «Первый областной».